Всем хай, народ! Недавно наш любимый Донди Вов в Дискорде покидал спойлеров для игроков Эврима. Демонстрация прототипа нового ночного зрения. Отличие. Убрано ограничение по радиусу видимости и независимая цветогамма-коррекция. Для каждого динозавра будет свое восприятие света ночью. У ночных хищников с хорошей диетой силуэты видны детально и ярко, а у дневных травоядных и динозавров с плохой диетой расплывчато и не в цвете. Такое ночное зрение также открывает новую возможность борьбы для людей против динозавров. Достаточно зажечь факел или запустить сигнальную ракету, чтобы ослепить их и скрыться в темноте. Это не готовый вариант, а прототип. Эта идея может быть попросту откинута в случае, если она будет работать не так, как задумывалось, либо слишком неудобно для использования в игре. Также на спойлере, если приглядеться, виден аллозавр. Еще спойлер. Аллозавр, который находится в новой местности. Предположительно, это тизер секвойного леса. Но в какой части острова он будет располагаться, неизвестно. Либо Gateway опять претерпит изменения, либо готовится новая карта. Вопрос остается открытым. Пишите комментарии, буду рад почитать. Палец вверх, подписка на канал и бац и колокольчик. Всем хорошего выживания в The Isle Эврима.